Ваш покорный слуга один из них. Так вот, у нас замена у Енисея сейчас. Евгений Гололобов готовится к РЦП. Карпенко в штрафной. Сейчас, может быть, опасно бьет, дальний угол и забивает. 46-й номер, дубль оформляет. Виталий снова здесь, ну, наверное, отмечу индивидуальные действия. Сейчас мы с тобой повтор увидим, ну, и не только мы, естественно, наши зрители. Смотри, убрал на ложном движении, раскачнул и пробил низом. Ну, здесь к Сорокину, я думаю, тоже вряд ли кто-то претензий. Ну, здесь скорее претензии к Мальфанову, центральному защитнику, который позволил себе так качнуть. Плюс ко всему, Арсений Чулков, видно, что подустал тоже. Тяжелое движение было у Чулкова, не смог противопоставить ничего на фланге вот этой передачи.